Братва, многие мне отправляют скрины сообщения бойца бывшего хардкора Макса Дивнича о том, что он против строительства мечети. Я, увидев это, написал ему в личку и хочу сказать вам так. Он мне разъяснил о том, что он не против строительства мечети. Он против строительства мечети именно в этом месте, то есть в месте, где у них находится храм. Я понимаю, что каждый человек ревностно относится к своей религии, и поэтому не переходите на эмоции и ни в коем случае не оскорбляйте. Давайте грамотно об этом поговорим. Я хочу записать некоторые нюансы с его слов, которые он записал в рилсе, все равно с которыми я не согласен. Макс, ты в своем видео говоришь, что это за культурный центр, который будет вмещать в себя 60 тысяч человек, когда московский главный храм вмещает только 20 тысяч человек. Я понимаю, тебя это так удивило, наверное, не знаю, но видел ли ты хоть одну мечеть в Москве, где вмещались все мусульмане, которые приходят на молитву? Нет, такой мечети нет. Все молятся на улице, начинаются пробки, там закрывают целый район, и все равно не хватает. И я очень горд тем, что мусульмане могут собираться так и молятся. Лучше займись тем, чтобы христиане также молились, приходили в церковь, и она заполнялась. Также ты говоришь, что что бы было, если бы построили церковь рядом с мечетью. А ничего бы не было, Макс, знаешь. Потому что, хочу тебе так сказать, вот где я живу, в Кизлярском районе, население русских составляет 10%. И при въезде в наш поселок стоит большой крест. И там собираются строить какой-то небольшой храм. И никто не собирался, если мы мусульмане, я не говорю, что если мы мусульмане, мы должны там встать и запретить это сделать. Нет, это никто об этом не говорит. Не знаю. Я вообще за то, чтобы могла быть и мечеть рядом, и церковь рядом. Кто хочет исповедовать религию, пускай исповедует ее как хочет. Вот. И пускай им никто ничего не запрещает.